Мяуха! Супер! Наверное, головка лежит. Нет. Нет головки? А вот это тогда что-то головка. А, не, да, там, наверное, головка. Тачка! Пикачу, что ли? Ребятки, всем привет! У нас и мир вчера было. И только посмотрите, сколько подарков. Мы в утро проснулись и побежали их распечатывать. Давайте с нами вместе их распечатаем. С какого начнем? Давай. Что это? Папа. Папа, Кен, хотела ты? Пластиковыми волосами. А у тебя с пластиковыми получилось? Или тебе не нравится с такими волосами? Что это такое? Какие-то. Это какие-то твои любимые канцелярки. Мышки. Ого. Стикер. Ого. Там блокнотик, что ли? С твоими любимыми конфетами. И маркер. Там такие стикеры. Какой ты хотела? Да. Здорово. Только они пока спят. Хорошо, они в сумочке в этой будут жить. Целая сумка канцелярии у тебя. Как круто. Косметика! Да. Ты хотела такие блестки разные. Мы сейчас упаковывать? Будем смотреть, что там за блестки? Чего нет? Ланчбокс? Или да. Что это? Сердечко. В телефоне ласточку едят. Ногти. Тут блесточки можно добавить. Ты любишь, да, с блестками? Ногти приклеим. Чего это? Ого. Картинку сделать можно. Написано картина из гипса. Потом раскрасить разными цветами. Да. Да? Главное, чтобы не сосать. И вот так полечка. Видишь, мы там денежки тебе подарили. О, джинсовка. Супер. Мири, понял? А больше ничего. Так, один подарок распаковала. Мы выбрали. Открытка. Тоже деньги? Ух ты, здорово. И написано. Давай прочитаем, как его взять. Космический шар. Шар? Да. А что он может-то? Это космошар. Он что, летает в космос? Нет, мы будем с тобой включать это, когда будет ночью, темно-темно. Мы будем смотреть на потоки космоса настоящего. Там личный путь, планеты разные. Здорово. Кому я отдам? Никому не отдашь. Следующий. О, наушники. Покажи. О, такой же. Здорово, смотри, у тебя будет два планшета. То, что ты есть там? Фотоаппарат? Киска Марс. У тебя сейчас будет два фотоаппарата? Марс может попасть. Еще и Барни. Киса. Мяу-мяу-мяу-мяу. Какой красивый чехольчик у него. Вот это. Покажи. У меня. Вот сколько. Алина тебе сколько сладостей дала. Ой, все замечательно. Ой. Так. Тачка. Куда Кэна можно погодить? Кэн будет гонять, да? На тачке. Женой. О, конечно. И с ребенком. С ребенком. Да, конечно, для детей местечко найдется. Мама здесь, папа здесь, дочка здесь. Нравится тебе? Машина. Конструктор? Да. Ага, это как комиксы получаются. Да, это себе кушать. Больше того, чего пойти. Следующим можно заступать. Сумочка. Пикай. Пикачу, что ли? Пикачу. Ну, у тебя не было рюкзачка Пикачушки. Такой миленький, желтенький, Мия. Значок. Такой яркий. Как с джинсовкой красиво будет сочетаться. Синяя джинсовка. Нет, так это кенгурушка, что ли? Да, только непонятно пока, что это чья. Пикачу, Пикачу! И стрелки Пикачу. Тю-тю-тю-тю. А это кто другой подарил? Мне кажется, это Маша подарила. Да. Кого? Коробочку. Давай открой мне. Блестки. Звенящие какие-то еще. Пока что они тут лежат. Просто день рождения. Да конечно, оттуда высыпался.
Ух ты, наверное, головка лежит. Нет. Нет, да? А вот это тогда что это головка? А, не да, да, наверное, вот. Вот сколько опять пакетиков. Там для семьи разные. А, тут баллы будут какие-то. Самое вот такое. Это уже была коллекция, вот. Да? Вот мне волшебный пакетик. Нет. Ого, костюмчик едет, магика. Нет, здесь кружечка. Ой, бутылочка какая ловная. А здесь? И сколько пакетов, Лола как любит разные аксессуары. Сумочка! Улыбантика! Улыбантика! Сумочка! Ого! Молодец! Ой, это очки формы, знаешь, как называется? Лисичка. Лисичка. Она такая деловая, у тебя будет лисичка. А там гнездёшко! Может, там сестра её и питомец? А, слушай, может быть и питомец, да. Сестра вот не знает, питомец может поколочить. Ёжечка! Ёжечка, ну какой у неё... А, какой у него платьишки. Платьишко. Где туфельки? Ну, вот туфельки ещё. А ты думаешь, розовые будут или чёрные? Теперь где же чёрные? Сапоги, что ли? О, какие у меня туфельки. У тебя в сапожках еще не было ни одного? Ой, давай оденем ее, девочка. За какая она получилась? Крутая и в таком комбинезончике. А покажи ее, пожалуйста. Можно сумочка? Так, сумочка. Девочка. И бутылочка. А прическу еще покажешь, сумочка? О, какая прическа. Привет. Привет, девчоночка. Ну, как мы тебя назовем? Как меня придумать? Меня называют блестящая зебра. Ух ты, хорошо. Потому что я блестящая. А зебра у меня, видите, я лечу, и все, и какая-то у меня окраска, а зебры ее. Я уже на упаковке прочитала. Это настоящий микроскоп, микробы смотреть. Над выбивали. Будешь микробы смотреть? Опять. Денежки подарили тебе. Мне кажется, это Пикачу. Это шапка, Мия. Это Мия. Ай, Мия. Опа, Мия, муха, супер. Будет делать разные предметы. Там даже трафареты есть. Смотри, ты можешь сделать вот эти разные штучки. А вот это что? А вот это, наверное, сама ручка. Точно. Смотри, смеялся, мы распаковали. Нравится тебе? Да.